Все люди разные, и это прекрасно. Некоторые различия легко увидеть. Рост, прическа, пол, цвет глаз и так далее. Другие различия увидеть нельзя. Наша любимая еда, наши страхи, наши навыки и умения. Интересно, наше представление мира тоже различается. Например, что вы видите на этом рисунке? Большинство людей видит утку. А некоторые из вас увидели кролика. Кого бы вы ни увидели, вы абсолютно правы. Это специальный рисунок, чтобы показать, что мозг у людей работает по-разному. Мозг — это компьютер вашего тела. У каждого из вас он работает по-своему. И контролирует, как вы учитесь. Разные люди преуспевают в разных делах. Как вы чувствуете? Все мы испытываем разные эмоции. И как вы общаетесь? Иногда мозг устроен таким образом, что он влияет на чувства и на то, как мы воспринимаем и понимаем ситуации и взаимодействия. Это известно как аутизм. У многих людей есть аутизм. Скорее всего, вы уже знаете кого-то с аутизмом. Поэтому полезно немного узнать о нем. Специальная проводка внутри аутичного мозга иногда может помочь человеку быстрее решать задачи, которые могут показаться нам сложными. Например, по математике, по рисованию и музыке. Он также может сделать противоположное. То, что нам кажется простым, чрезвычайно сложно для них. Например, подружиться. Чувства постоянно посылают информацию в ваш мозг о том, что вас окружает, и о других людях. Однако, когда мозг человека и его органы чувств плохо соединены, мозг может стать перегруженным и смущенным. И это повлияет на то, как они видят мир. Представьте, как вы идете вдоль по улице. А вот как подобную прогулку может увидеть аутичный мозг. Страшно? Да? К сожалению, зачастую человек не может выразить словами то, что он чувствует. Поэтому в ситуациях, когда в их головах царит хаос, снаружи они выглядят абсолютно нормально. Они не могут обратиться за помощью. Мы все вырабатываем поведение, которое помогает нам чувствовать себя спокойными в напряженных ситуациях. Мы можем смотреть в сторону, чесаться, грызть ногти, кусать губы и так далее. Точно так же люди с аутизмом вырабатывают поведение, которое помогает им справляться с такими напряженными моментами. Эти действия могут показаться необычными, но это всего лишь их способ успокоиться. В такие моменты им очень тяжело. Лучше всего не пытаться сделать им еще тяжелее, злясь на них, игнорируя или издеваясь над ними. Помните, если на PlayStation не запускается Xbox игра, это не значит, что приставка сломалась. Люди с аутизмом нуждаются в друзьях, которые готовы потратить время на то, чтобы получше узнать их. С большим количеством общения и терпением всем будет лучше. Люди с аутизмом не больны и не сломаны. Просто у них свое видение мира. И с небольшой поддержкой со стороны друзей они могли бы поделиться их мировоззрением с нами. Аутизм может делать удивительные вещи.